вашего на сцену посадить. Петь, да. Да. И нам как раз на нашу толпу. Давайте, Мэрит, становитесь. Девочки, венчаю вас, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Женой, женой. Можете. Очень классно. Всегда классно, слушай. Для из досок сколотить на одном месте. Ну да, вот здесь они растеряли. Уютненько, чистенько. Можно и на каблуках даже приходить. И здесь тоже как такое вайнери стиль какой-то, и рыбалка, и все тебе. И там вон тоже дома. Ну, тогда так уютненько. Не, ну, кстати, здесь очень классно. Вот отметить какой-то праздник. Конечно. Ура! Вам за нее платить за каждую надо, так что вы не торопитесь. Ой, сколько радости, смотри. Ну, того стоит. Да хоть 10, знаешь, на эту радость. Да, пусть ребенок ловит, господи. Но много не надо, по одной рыбинке на человека. Один на я еще хочу одну. Вика у нас... крейсеры взять. А, хорошая идея. Да. Типа, да? А то с пустыми руками как-то... Не, алло. Не, ну конечно. Они сказали, алло. Так сейчас еще поймают. Сейчас они в азарт войдут и будут одну за одной снимать. Да, если такое дело пошло. А видишь, до нас никого не было. Ну, значит, воды, ага. Я не знаю, наверное, поливают или сливают они с бассейна что-то. Ой, блядь. Смотреть этот домик. А? Найс. И оно даже работает, что будет. Думаешь? Чашки стоят. Так это может так стоит. Не-не-не. Думаешь? Нет никого. Фотографии нету. Людей на фото. Да, это пусто. Думаешь? Собачьи на полу, вон валяются игрушки, тут кто-то живет. А, да, вижу. Чей-то дом, да? Ну там кто-то. Кажется, ну я думаю, это можно снять. Я думаю, что и роды можно снять, что все как аренда. Их здесь несколько домиков, которые они сдают. На веб-сайте есть. Но я не обращала внимания. Тут нет связи. Хорошо. То, что там надо. Уехала, пускай все горит, да, просто. Да, я думаю, что вот это тоже можно снять. Вот. А это отсюда идет бассейн. Я думаю, это уже. Две поймали. Ловись, рыбка большая и маленькая. Свечки, там нету речки. А вот мы же проходили, где вот эти вот кусты малины, там какой-то ручей течет. И вот, вот где, вот как бы эту пропорти и те дома разделяет речка. Да, и вот когда мы летом были, тоже было не так много людей, было, ну, можно было места, потому что в Седоне часто приезжаешь. Там же битком. Да, битком. Там есть просто... погулять, есть где можно пройтись, ну, не только что-то вот, там же довольно маленькое место где гулять. О, что-то там клюет у них серьезно. Молодец. Молодцы! Кто поймал? Да, уже пять. Себастьян, ты поймал? Я поймал. Да, все наедимся. А мы тогда две рыбы только поймали. Еще одна, смотри.
Но в таких местах быстро ловится. Ну, у нас вот как-то вот не всегда быстро. Где ваше ведро? Где? Ням-ням.